Ты где гуляешь? Я сегодня на 8 пришла. У тебя на все всегда есть отговорки. Мам, может, я теперь в школу прогуливаюсь, чтобы по дому выполнить работу? А что ты мне хамишь, я не поняла. Я тебе кто, подруга, что ли? Мам, ты начинаешь. Что я начинаю? Смотри, какой срач вы оставили с друзьями. У меня не 100 рук, чтобы я все успевала. Значит, не надо гулять. Теперь ты мне будешь задавать, что мне делать. Пока ты живешь в моем доме и пока я тебя содержу, ты будешь делать именно то, что я тебе говорю. Тебе понятно? Господи, как мне это сюда встало? Алло, папа, можно к тебе? Хорошо, скоро буду. Привет. Привет, дочь. Я по делам скоро буду. Пока, девочка. Привет. Тебе поможет приготовление ужина? Я что, похожа на домохозяйку? Нет, я не это имела в виду. У нас с твоим отцом сегодня заказан столик на двоих. Я надеюсь, ты понимаешь, что это лишнее. Да уж не дура. Привет, Ань. Ты сейчас где? Мы можем поговорить? Хорошо. Тогда в парке через полчаса. Привет. Привет. Что случилось? Успокойся, расскажи, что случилось? Я так больше не могу. Я просто так больше не могу. Ну, позвони папе. Я уже звонила. И что он сказал? Что он сказал? У него новая жизнь, мне там не место. Может, ты пару дней поживешь у меня? Я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, сейчас домой возвращаться не стоит. Пойдем. День прошел. Успокойся. Но мне ни разу не позвонила. Успокойся. Ну как так можно? Все будет хорошо. Выключи телефон. Выключи. Выключи. Пускай понервничает. Да. А так хуже не будет? Не будет. Ладно, я выключу. Варенька, хорошо. Привет! Привет! Чего такая грустная? А сегодня у меня ночевала. Опять с мамой поругалась? Да. Не парься, ты все само собой наладится. Проблемы сами собой не решаются. Да, вот. Поговори с мамой. Толку ты с ней говорить? Она абсолютно меня не слушает. Ты сядь спокойно, поговори без лишних эмоций. Все нормально будет. Попробуй убедить ее в том, что личное время тебе реально необходимо. Пошли, мы тебя до дома проводим. Да, ты что кричи? Мы тебе поможем. Мам, только не ругайся. Серьезно поговорить. Да. Только не перебивай. Мне неприятно, что ты бываешь чересчур строга со мной. Но ты придираешься к каждой мелочи, тем самым делаешь мне больно. Попробуй поставить себя на мое место и понять, как это тяжело. Жить под постоянным пристальным контролем и жесткой критикой. Мне хочется, чтобы ты замечала в ней и хорошее тоже.
А ты не хочешь поставить себя на мое место? Я прихожу с работы. Дома такой бардак. Ты старшая дочь. Твой брат, который младше тебя, он ничего не делает. Он сидит целыми днями в компьютере или телевизоре. Ему ничего не надо. И плюс еще, дорогая, развод с твоим отцом. Я не могу так одна справиться. Понимаешь? Не переживай. Мы справимся с этим вместе, правда. Правда, справимся. Ты, главное, рассказывай мне все. Хорошо. Хорошо. Давай договоримся. Ты мне все рассказываешь, и я буду с тобой всегда честна. Хорошо. Я обещаю.